Здравствуй, дорогой зритель. Пришли ко мне, наконец, новиночки от Xiaomi. Причем это будет регулярный товар, наверное. Китайцы, судя по всему, очень много скотча желтого. Значит, в нашем случае это Redmi 7. Просьба не путать с Note 7. Итак, да, в нашем случае Redmi 7. Версия 2.16, в принципе, она третья по счету с самого низа ценового сегмента, который можно взять от Xiaomi. Да, нижний ценовой сегмент это Redmi Go, он ко мне идет, далее идет 6A, ну и следом идет 7. А у 7 есть однозначный плюс, то что он на, в отличие от 6A, он на Snapdragon, и... А 6А на Helio MTK процессоре, поэтому по железу он будет повеселее, чем 6А. Это касаемо раз. Касаемо 2, сейчас посмотрим его внешний вид и комплектацию. Стандартно, значит, евровилочка, кабель для зарядки, бумажка для того, чтобы... И вот он, собственно говоря, сам. К нему сейчас вернемся чуть попозже. Посмотрим пока, что у нас здесь прячется. Здесь у нас прячется скрепочка и силиконовый бампер черного цвета. Это очень хорошо, потому что в отличие от, скажем, 6А, у него уже двойная камера. И, собственно говоря, она немножечко, видите, выпирает. Поэтому если силиконового бампера в комплекте не будет, и у вас какое-то время уйдет на то, чтобы его приобрести, вы можете ушатать камеру. Также есть у нас сканер отпечатка пальцев, находится в удобном месте. Ну и что, давайте, наверное, его включим, закачаем на него разные разнообразные программы, немножечко потестим, а пока посмотрим, что у нас есть сверху. 6.26 диагональ экрана HD+, Snapdragon 632 до 1.8 ГГц, 4000 аккумулятор и спаренная камера 18 плюс 2 мегапикселя. Ну, 2 для размытия заднего фона, 12 для самой фотографии. Для селфи 8 мегапикселей у нас камера есть. В принципе, очень сильно похож на Redmi 4X, да, должен, по идее, занять достойное место.